В Магадане вынесен приговор 23-летнему мужчине за то, что он в течение 2 месяцев избивал грудного ребенка своей сожительницы. Ближайшие 4 года он проведет в колонии общего режима. Стоит отметить, что на момент избиения ребенку было 2 месяца. Как пояснил магаданец в ходе следствия, избивал он малыша, потому что испытывал к нему неприязнь. Основным мотивом к совершению издевательств над собственным сыном явилась неприязнь к ребенку, которая была обусловлена ревностью к сожительнице, а также ни на чем не основанном убеждении о том, что он не является биологическим отцом малыша, что было опровергнуто в ходе предварительного следствия, в том числе путем производства генотипоскопической судебной экспертизы. Материалы в отношении матери по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации выделены в отдельное производство и направлены в органы полиции. В настоящее время ребенок находится в областном специализированном детском доме. Отдел опеки обратился в суд с ходатайством об ограничении его матери в родительских правах.